Панарай, субсибл, механика с автоподзаводом, безель вращается, в золоте идет, сзади видно механизм с автоподзаводом, хорошая машина здесь стоит, японская, каучуковый ремешок, стандартная пряжка здесь идет, стрелки метки с люмом. Так вот убираем защиту, плашечку. Первое положение меняется дата у нас. Второе положение меняется время. Такие мощные большие стрелки. Придавливаем и задвигаем плашечку. Очень красивые, мощные. Вот так вот на руке будет смотреться. Интересна данная модель, можете написать нам, ссылка на наш телеграм-канал в описании к этому видео. Данные часы в единственном экземпляре, очень крутые. Ждем, пишите.